Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Мы вместе с вами продолжаем играть с мурашками, а точнее в мурашек. Это у нас игра Empires of the Undergrove. Мы сейчас находимся в нашей муравьиной ферме, в нашем фармакарии, где мы и развиваем нашу огромную колонию. И у нас сейчас на данный момент уже 36 отборных боевых муравьев-спартанцев и 12 рабочих муравьев. Как вы помните, в прошлой серии на этой карте на жестко атаковали различные мурашки. Черные, красные, также всевозможные, можно сказать, монстры-насекомые, которые пытались захватить наш муравейник. Но мы здесь встали, как 300 спартанцев в ущелье, и смогли отбить атаку. Если вы не видели прошлый ролик, то обязательно посмотрите. Это реально была достойная битва. Конечно, она была там где-то в конце, но все же она все равно достойная. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что мы в прошлой серии достаточно насобирали, дабы открыть уже новых муравьев. Но пока что они здесь никаким образом не открываются. Это раз. Во-вторых, мы можем идти дальше. Открылись новые уровни, новые челленджи. Они очень интересные, я вам скажу. Я уже в этом челлендже только что побывал и слился. К сожалению, ролик вам не покажу, потому что там была проблема со звуком. Но, поверьте, это вообще бомбезный уровень. Это нереально бомба. Короче, хватит болтать. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, поставили лайк. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, подписались на канал, если вы еще каким-то образом не подписаны. Ну а мы давайте пойдем. Я выбираю уровень медиум. Надеюсь, что здесь у нас все получится. И мы теперь должны выбрать вот мурашку. Давай крайнюю выберем. Выберем и поехали. И реально очень крутой уровень. В чем заключается крутость этого уровня? Во-первых, дорогие друзья, здесь есть две карты. Первая подземная, вот она, да? Есть вторая карта, вот, которая ведет на поверхность. На поверхности там нереально много различных мощных врагов. Там и крабы ночью лазят маленькие, и всякие жучки, паучки. Короче, это реально жестко. Мы пока что открывать не будем, потому что я слился в том ролике. Дело в том, что открыл, и они полезли со всех щелей. Что мы сейчас сделаем? Мы сначала зачистим вот эту нашу территорию, которая здесь. Мы как раз сможем набрать достойную популяцию, чтобы наша колония была достойной, крупной, чтобы она могла защищаться от неприятелей. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, что мы, ребята, сейчас вместе с вами... Так... испытаем, но вы-то не знаете, я уже видел, как они работают. Новые муравьи, которые стреляют муравьиной кислотой. Они по себе, знаете, вот как в играх в других есть лучники. Они сдалека крутые, но вблизи их легко могут уничтожить. Потому эти мурашки такие же и уязвимые. Прям как, я вам скажу, как лучники. То есть, в какой-то степени они крутые, а в какой-то степени, блин, их легко могут уничтожить. Это у нас мурашки, которые обслуживают королеву и которые обслуживают чисто... А вот наша королева, наверное, рядышком лежит. Видите, прошлое, которую завалили. Да, вот она. Даже она осталась. Блин, она спалила всю контору, что я здесь уже был. Да я же сам это сказал, ребята. Ладно, что мы делаем? Для начала нам нужна еда. Еда будет где-то в стороне. Вот можно прям ее здесь и расположить. Куда они все будут как раз и сносить. Это раз. Теперь нам нужно сделать такие вот рабочие муравьи, которые будут не отвлекаться от дел. Пока что у нас колония маленькая, могут и эти справиться, да, которые королеву обслуживают. Но в будущем все равно нам надо какие-то рабочие. Это раз. Во-вторых, есть два типа у нас муравьев. Вот они какие, ребята, смотрите. Есть у нас мурашки, которые... Давай мы здесь поставим мурашки. Вот, это у нас муравьи, видите, с мечами ближнего боя. То есть они стоят прям вблизи что-то, можно сказать, как рыцари, да, в какой-то игре. И есть у нас мурашки, которые стреляют ядом. Это у нас мурашки-лучники. И можно их так назвать, ну а как? Они сдалека бьют кислотой, они реально прикольные. И можно сделать несколько муравьев, чтобы они вблизи рубили, а несколько, чтобы стреляли сдалека. Вот так вот. Те, которые... Они, получается, стреляют соком, они стоят 60 еды и 5, чтобы получить нового. Этот же у нас стоит 50
еды, чтобы сделать, и 5, чтобы его возродить, как бы. Вот так. Что у нас сейчас? Еда есть, все есть. Давай мы еще сейчас сделаем. Пока рабочих мы делать не будем. Видите, у них даже такие, как будто капельки такие. Видно, что типа кислотой они стреляют. Блин, игра просто бомбезная. Единственный минус игры, это чисто для меня. Дело в том, что у меня, дорогие друзья, пока тут оно все делается, вам расскажу. У меня 3 монитора. Один подключен через HDMI, другой через DisplayPort, вот основной. И третий, такой более старый. Он через, знаете, вот этот такой, не знаю, сейчас вообще у кого-то есть так, подключение такое или нет, дрековское, древнее. Там еще такие штучки сзади закручиваются. И вот когда я запускаю эту игру, надо просто отсоединять прям монитор. Я не знаю, почему он не всегда запускается через этот вход. На каком-то маленьком экране, короче. В этом и состоит сложность записи этой игры. Постоянно ты вкручиваешь, откручиваешь. Это, если честно... поднапрягает. А так, игра мне просто бомба и очень сильно нравится. Так, что у нас, в принципе, все неплохо. Теперь мы можем уже идти дальше и кого-то атаковать. Вот здесь очень мощный противник. Один. Дальше я не знаю, что здесь, потому что я сюда не доходил. Меня этот противник уничтожил, и крабы пришли, уничтожили. Еда. Мы сейчас пойдем сюда и постараемся все снести. Вот. Сейчас они прокопают. И наши воины. Сейчас как раз посмотрите, как эти мурашки стреляют. Они вообще прикольные такие. There is food to be found all over the beach. С едой, да. But the wood ants must be cautious and choose their трейлс carefully. Вот сейчас будет. Вот атака. Frequent the higher ground. Вы отходите. Quick work of any wood ant that strays too close. Отходите, единички. Они, вы должны заатаковать. Вот мурашки бьются. А где же те, кто попами стреляет? Где попострелы? Попострелы, вы где? Я не понял, где попострелы? Еда, еда. А почему они наших уничтожают? Я не понял, в чем прикол? Как вы смогли вырубить? Да это нечестно. Это что это такое? Как вы? Как вы это провернули? Это вообще законно? Смотри. Да толпой гасите. Вот, псик-псик-псик-псик, уничтожьте. Фух, еле снесли. Слушайте, так мы муравьев сколько потеряли. Ого, а королева, ты наша, ты вообще в норме? Подруга, ты в норме? Так, тут, видите, еды мало. Тут как раз они сейчас... Понятно. Теперь давай мы сюда отправим. Надо сделать... А сколько? Один рабочий муравей стоит двадцаточку. Блин, дороговато, если честно. Двадцаточку. Я бы, если честно, лучше воинов сделал. То есть, получается, один воин и 2 рабочих муравья. Тут мало воина. Надо больше, больше. Нормально. Тут вот идет атака, я так понял, что они тут... Эти норки сейчас, получается, у нас закрыты, вы поняли? Каким-то камням. Если я нажму, то я открою. Лучше не открывать, поверьте. Пусть оно будет заблочено. Может, они со временем как-то прогрызут. Но пока что... Это нам не грозит. Так, давай больше, больше боевых муравьев. А можно даже чуть-чуть рабочих, да, чтобы все ускорить процесс. Давай 2 рабочих. Что у нас? 3 таких и 2, которые стреляют. Давай больше муравьев, которые будут с мечами. Вот-вот понесли. Они яйца понесли. Видите, такие маленькие во рту яйца. Вот теперь они ложат, они развиваются. Так, вы сюда. Вторые. Вы должны еду носить. Давай мы вас тоже, чтобы вы быстренько... Все за один раз просто вынесли. Так, еда у нас есть. Давай больше боевых мурашек. Сюда мурашки. Опа. Что здесь будут атаки? А что это такое? Как-то полусерое, полубелое. Это, возможно, насколько они смогли разрушить замок, да? То есть нам надо еще быстро развиваться. Ладно. Но здесь появится карта, там вообще жестко. Я не знаю, мы рассмотрим эту карту в этой серии или нет. Но просто не хочется тоже ролики делать длинными. Да потому, дорогие друзья, давайте 1000 лайкосов, и будет следующая серия. The water что мы сейчас is чисто quickly. Зачистим подземелье. The ants must head for higher ground. Так, это который кислотой бьет. This colony must remain small for now.
food так, is too scarce to support greater numbers. Давай сюда. Как бы нам прорыться таким образом, чтобы не сильно и пострадали? Но тут очень много. У нас муравьев-то мало сейчас. Мало мурашек. Неизвестно, сколько там камень продержится. Может, сюда нам пойти? Ну, давай попробуем прорыть. Тут 4-3 штуки, но много еды. Давайте, пусть они вторые пророют. Вот так вот. Получится это у нас? Не получится. Может, как-то в обход надо будет идти. Так, и где наши боевые? У нас уже 8 муравьев. Получается, 5 из них, которые рыцари, не ближнего боя. И 2 мурашки... 3 мурашки дальнего боя. Это, можно сказать, такие лучники. Которые будут стрелять кислотой. Кислотострелы, можно их так назвать. Ну что, кислотострелы, значит, кислотострелы. Так, где наши боевые? Я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой! Подожди, у нас не те. Едини, в двойке, быстро уходить отсюда. The tide has almost reached its highest point. Ой-ой-ой-ой, сюда, единички. The sands east of the nest are about blin, to be blin, completely flooded. Блин, они наших хвалят. Я перепутал. Двойки, вы должны здесь дефить стоять. А единички должны воевать, я не тех отправил. Блин, неужели я сейчас просру? Не тех муравьев, ребята, отправил. Я думаю, что это воины. Вот они, псык-псык начали. Давайте. Писите, писите на них кислотой. Ну, хоть одна... О, одна вырубилась. Давай еще. Две. Вторая. Нет. Вторая легла. Давай, одна осталась. Одна, последняя. Фух, вырубили. Все, отлично. Так, ну что, пострадало три мурашки. Это плохо, конечно, что три мурашки пострадало, если честно. Но тут еды немало. Nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground. And hope that their nest remains hidden until the morning. Так. Кто тут? Никого нету? Тут какие-то звуки подозрительные. Давайте все сносите. Ага. Еда. Ну, давай, наверное, вот этих дальних чуть-чуть сделаем, да? Которые сдалека бьют кислотой. А что у нас? Блин, они 60 еды стоят. Дорого, если честно. Overground. Nocturnal hermit crabs rule over the sands at night. These creatures are typically scavengers. Searching for algae and dead creatures on the beach. Mm-hmm. But due to the unusual incursion of Formica rufa colonies into this area, this particular community of crabs has developed a taste for ant flesh. Давай-давай, развиваемся. Еще один, который кислотой бьет. Можем его сделать? Ой! Crab has found its крабы way into the пробили! Nest. Блин, там вы задолбали, гребаные крабы! Срочно все сюда! То есть они сами разблокировали. Да ну как же ж так? Они взяли и пробили. Давайте, писайте, писайте срочно. На краба. Блин, теперь постоянно надо будет здесь защиту держать. Вот они возле муравейника лазят. Вы посмотрите, вот карта, видите? Какая водянистая. Сейчас ночь на улице. А что нам три... прожить? Бейте, бейте краба. Все, завалили гада. А он спрятался. Он еще прячется. Вы поняли? Он берет, прячется, гад. Как так? Блин, блинский, давай мы что-то еще сделаем. This colony must remain small for now. У нас еды уже проблема, понимаете? Food is too scarce to support greater numbers. Двоечки, двоечки, вы еду носите? Двойки. Да, тут еще есть еда чуть-чуть. Давай мы вот так вот сделаем. Да, я говорил, в следующей серии откроем карту. Вот карта вам сама открылась. Блин, у крабов очень много. Они могут атаковать толпой. Понимаете, в чем весь прикол? Это вот здесь давай, пусть они стоят, наши воины. Пусть буду чисто защищать. Но еда есть на поверхности. Может как-то отправить пару таких быстрых на разведку, чтобы они что-то украли и домой? Возле муравейника, да? Вот здесь. Они могут с этих крабов привезти. Вот крабы ползут. Не надо в норку идти! Что ты делаешь, гребаные крабы? Два пошло в норку, ребята. Два полезло.
Вот они. A group of hermit crabs have stormed the nest. The larvae must be protected. Блин, задолбали. Давай еще больше этих, которые кислотой жарят. Смотри, они такие фу-фу-фу сдалека. А, теперь надо этих, подожди, пока у нас еда. Завалите их! А, рыцари, рыцари у нас не хватает. Блин, деремся. Тоже сейчас нельзя ничего ставить, потому что... Видите, они как бы панцирем отбивают, отбивают, получается. Они прячутся в свою... Так они ж как улитки. В свой домик. Завалили. Фух. Что у нас? Воинов, воинов мало. Надо больше воинов, наверное. Надо, чтобы всегда минимум было в запасе где-то 50. 50, чтобы было в запасе. Ага. Это у нас кто? Это с мечом. И еще надо... Кто нам надо? Подожди, подожди. Мне кажется, надо больше этих с ядом. Вот здесь вот. Отлично, смотри. Что у нас на улице? Ой-ой-ой-ой-ой, не надо никуда идти, вы чё, вы чё? Сюда, стойте, охраняйте. Королеву. Так, что мы можем внутри сделать? Двойки, двойки нам... Давайте на базу возвращайтесь, второй отряд. Мы можем подпитаться здесь, в принципе. Завалить, да? Ага. Давай еще больше боевых. Боевые муравьи. Давай еще этих поставим. Сейчас они сделают... Как у нас проблема с едой, да? То есть, если сейчас крабы нападут, наши не смогут подходить. Снова крабы пришли! Уже 17. Давайте! Стреляйте, сдалека, рубите. Вот крабы. Крабы, крабы, крабуни. Три краба пришло. А ничего себе, что это такое три краба? Как-то многовато, если честно. Нету еды, блин, а нету еды. Теперь у нас не сможет ничего появляться. Ладно. Что мы делаем? Выводим вторых наверх. Пусть они... Сейчас мы вот так вот сделаем, ребята. Я знаю, что это жестоко. Но где наш муравейник? Еду срочно, берите еду. Пусть вторые выходят все и воруют еду сверху. Ну а что нам еще остается? Давай посмотрим, что с этого получится. Завалили крабов, да. Быстро все наверх. Еды, еды принесите. Еду тащите, тащите сверху еду. Быстро в норку все. Быренько, быренько. Прячемся, прячемся. Ой, блин, блинский, это реально жесть. Еду потащили? Нормально. Еды максимально. У-ху-ху-ху. Так, значит, вы сюда. А двое пусть таскает. Это что, воины наши вышли? Воины, вы... воины! В норку, быстро. Че вы сверху вообще гуляете? Я понимаю, что вы крутые там ребята, типа, все такие, да? Что у нас на поверхности? Ага, еда, еда. Давай вернемся сюда и сделаем еще кислотных ребят. Ага, открылись ячейки. The tide is receding, and a new day dawns. The hunters of the night return to the safety of the shadows. And the ants can begin to lay down new trails. The harvest must go on. Сейчас другие вылезут уже. Так, надо больше воинов. Еще больше воинов. И надо таких партизанов, короче, которые будут ходить и тихонько еду воровать. У нас будет второй отряд партизанов. Значит, что мы делаем? Во-первых, надо сделать больше... Ага, мы ничего не сделаем больше, у нас еды нету. Хорошо. Хорошо, мы можем внутри кого-то вырубить.
Или все-таки на поверхность сгонять и украсть где-то еды? Хорошо, давай мы, значит, будем на поверхности. Даже не надо никого внизу валить. Быстро все вышли и украли еду. Быренько, сюда. Сейчас они все выбегут, смотрите. Пока никого нету. Ого, какие мощные жуки лазят. Угу, что это за... Да я не знаю, справятся ли наши мураши с ними. Но еды очень много, вы посмотрите. Чисто на поверхности. Даже не надо ни с кем воевать. Прячемся. Так, второй отряд. Здесь зачистить. Не надо ни с кем контактировать. Чисто будем таким вот образом развиваться. Кто это? Другие мурашки. Здесь еще муравейник какой-то. И кто нашу еду-то тырит? Кто еду тырит? Вы че? Вы че еду-то тырите нашу? Ну, очень далеко тоже идти не вариант. Ладно, пусть идут сюда. Ага, еды много. Эти пусть муравейники остаются. Что у нас еще? Давай мы здесь расчистим. Вот так вот. The ants have been spotted by атака! Уже атака пошла! The beach tiger beetle. Завалил мурашей! Все, короче, второй отряд! Второй отряд, не выходи! Второй отряд здесь! Сверху жестко, очень жестко! Угу. Так, что мы делаем? Давай, наверное, все-таки мурашей еще сделаем у нас. Которые ядом, давай, которые будут этим стрелять. Мы на поверхности неплохо зачистили. Чайки какие-то. А если сделать чисто отряд второй, чтобы они чисто побежали где-то украли еду? Так, это наш муравейник. Куда им можно сбегать? Украсть еду. Давай сюда. Смотри. Угу. Вот что-то большое лазит. Что-то большое лазит сверху. Вот, видите? Надо королеву защищать. Наши пошли отряды. Вдвоем. Сколько они смогут еды украсть? Бежит, смотри. Хватай одну. Беги домой. А чё ты один пришел? Вас двое должно было прийти. Один только? Беги. Сколько ты принесешь еды, интересно. А вот еще один. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Очень опасное выживание. Так, было 20. Смотрим, ребята. Было 20 еды. Сколько сейчас у нас будет? Че, ты только 7 принес? Если тебя завалят, ты стоишь 20-ку. Ты че, прикалываешься? Это вообще невыгодно как-то, если честно. Ой-ой-ой! А, муравей гонится! Муравей гонится, вражеский! Срочно сюда! Срочно сюда, двойки, сюда! Смотрите, гонится вражеский муравей за нами. Вот он. Беги. Завалит. Кто победит? Кто победит? Наш или он? Ой, наш. Слился. Блин, они реально всю еду, блин. Ты посмотри, что происходит. Они воруют всю еду. А эти почему? Они друг с другом не дерутся? Они союзники, ребята. Они союзнички. Ладно. Что мы делаем? Давай поступим по-другому. Мы давай разделим сюда. И пойдем вот так вот атаковать. Давай отсюда зачистим. Зачистили. Пока там никого нету, может просто всех... Первый отряд просто пустить сюда. Так мы сейчас уберем, они придут. Короче, берем весь отряд первый. Всех наших 25 боевых муравьев. Таким образом, может, мы меньше потеряем хотя бы. Подходите ближе. Подходите, вот. Predators are loose in the nest. Да, сносите их, сносите. Все. Вот вы, лучники. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, сдалека. Да, отлично. Теперь наши единички, вы же дальше дефите наш вход. Надо... А, давай мы больше рабочих сделаем, возможно. Но тоже не хотелось бы. Рабочие, такие рабочие. Давай мы вот так вот. Двоечки.
все сюда, зачистить территорию. Давай мы еще сделаем. Блин, и хочется и боевых сделать муравью, и все хочется, и не знаю, как поступить правильно. This colony must remain small for now. А, еды Food нету. Is too scarce to support greater numbers. Еды нету, еды нету. А на поверхности тут, я вам скажу, еда есть, вот она. Но там очень много вот этих крутых бегает, да? Очень большие, огромные, как они? То есть, как они появляются, непонятно там. То есть рядом мы с муравейником уже все, в принципе, взяли. Можно сюда сходить, но тут смотри, сколько их. Сколько наших муравью помрет, пока мы это все сможем перенести. Очень много. То есть, мне кажется, пока что выгоднее держаться где-то внизу. Так, у нас все тут много, всего-всего. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Давай еще. 28. Вот какая-то что-то атака будет, да? Что это такое за время? Время. Идет. Давай глянем, что тут. Что за время? Ну, держимся. Пока держимся. Пока нормально. Что могу сказать? Вы всю еду перенесли? Нет, наши еще носят по чуть-чуть. Наши носят. Реально, я бы хотел еще вот этого сделать. Реально, чуть-чуть. Работничек. Сюда его. Вас будет трое. И что по еде? По еде слабовато. Но вдруг будет атака, чтобы муравьи восстанавливались. Надо, мне кажется, минимум, чтобы сотня была всегда. Это раз. А во-вторых, давай вот так вот. Где-то, я не знаю, еду вот сбоку поставим, чтобы им быстрее было носить. Чпоньк. Ладно, дорогие друзья, я вижу, что ролик немножко затянулся. Давайте мы уже с вами продолжим в следующей серии. А с вами был Воблер. Оставайтесь на канале. И удачи вам. И пока.